Здравствуйте. Ну, повод у нас такой. Я не знаю, даже это наверное, причины, можно сказать, или я даже не знаю как. Это, наверное, недоразумение, скорее. Огромное спасибо гладиатору, нашей дорогой хозяюшке Марине, за то, что нас сегодня приняла, и то, что так удалось быстро решить вот такой нерешаемый, наверное, вопрос, потому что все знают, что планировался концерт на сегодня. Мы с Любой планировали с Шипиловой приехать. Ну вот, так вот. Мы не ожидали, конечно, и никто не предполагал. Знаете, я чисто интуитивно взяла этот букет с собой. Вот захотелось, потому что Володя был очень солнечным человеком. И я убеждена, что многие со мной согласятся. Он был очень светлым человеком, поэтому светлая память Владимиру Тимофееву и этот романс в честь памяти его. Браво!
добавить, может быть, Тимофееву.